Лагу, куда ты собрался? Помочь ей крестным творить волшебство для Золушки, конечно. Лагу! Это та леди, которой ты хочешь, чтобы я нашла платье? Да, точно. Какой дизайн вам больше нравится? Давайте вы посмотрите все. Много новых моделей пришло на этой неделе. Как вам это? Простите, Алана, это место должно быть уже закрыто. Это не имеет значения. Все нормально, вы можете не торопиться. Лагу, наш спаситель. Не так давно в нашем доме вспыхнул пожар. И Лагу бросился в огонь, чтобы спасти Мейбао. Я всегда чувствовала себя обязанной ему. Так что я так рада, что он позвонил мне сегодня. Оказывается, Лагу сделал много хороших поступков. Как прекрасно иметь такого надежного парня. Нет. О, боже мой, какое интересное платье. Это должно подойти. Почему ты не хочешь его примерить? Хорошо смотрится. Луна, выглядишь очень красиво. Ох, спасибо. А этот наряд более элегантный и пышный. Хотите попробовать немного другой стиль? Ну, я действительно хочу. А давайте. Это тоже очень мило. Луна, ты выглядишь великолепно во всем. Ну, пытайся понять, что ты чувствуешь, когда выбираешь платье. Поразительно. Итак, ты выбрала? Да, я пойду переоденусь. Это вам, мэм. О, не надо. Это маленький подарок от меня. Неправильно. Ты сделала одолжение мне, Лана. Я буду расстроена, если ты не возьмешь деньги. Что ж, молодец. Тогда я добавлю несколько украшений в платье, чтобы сделать его лучше. Твоя девушка такая красивая. Я действительно чувствую себя мудрой из-за того, что у тебя есть такой нежный друг. Это не так, она девушка моего младшего брата, вот и все. Ох. Мне жаль, что я заставила вас ждать. А что если человек в сердце Луны — это я? Лагу? Мой внутренний мир может быть погрузиться в счастливую атмосферу и будет благословен. Это было бы самым счастливым моментом в моей жизни. Но я буду счастлив только тогда, когда Найт и Луна будут счастливы. Продолжение следует.